Заказывал шептало. Посмотрим, что пришло. Упаковывают, правда, так, что, по-моему, там легко может протереться и выскочить товар. Так, шептало. О, как сразу выловил. Подсек. Продавец пишет, что шептало СССР. Шептало красное. Сейчас посмотрим, что шепчет это шептало. Красный сливовый или сливовый оттенок я вижу. Кто-то даже свои отпечатки пальцев оставил. Вот видно, что мое шептало родное 654-го черное. От курка оно отличается. Да, это действительно красное. Рекомендовали менять шептало, потому что якобы с таким шепталом от боевого пистолета спуск мягче, работает, говорят, лучше. Ну, посмотрим. О, кстати, родная эта пружинка загнутая. Я в своем видео упоминал этот момент, что пружинка чуть ли не вылетала, и надо ее загнуть. Мне говорили некоторые в комментариях, не надо загибать, пускай так и будет. А вот смотрю на родное советское, оно загнутое. Все, как я и предполагал. Как нужно было делать. Все, буду ставить. Это родное шептало 654-го, 32-го, 23-го года. Видно прекрасно, понятно, что это литье. Соответствующие вот эти пресс-формы, кружки и всякие выточки. Ну, можно наблюдать вот по таким вещам. И шептало, вот, которое мне пришло. Цветом отличаются. Потом видно вот фрезу. Думал, отпечаток пальца, видимо, это фреза шла. Также здесь выборки. Вот здесь вот видно, как металл выбран, фрезеровался. Кстати, стоит метка на жесткость по роколу, когда проходит тестирование. Вот маленькая меточка. Сейчас поставим шептало красное. Встало как родное. Все на месте, все нормально. Хорошо фиксируется. Ощущение, что спусковой крючок дальше срабатывает. Такое ощущение почему-то появилось. Ну, как многие говорят, его не видно, это красное шептало, но ты знаешь, что оно там есть, и тебе от этого приятно. Вот и мне теперь будет приятно. Будем еще что-нибудь доделывать, переделывать. Спасибо за вашу активность, ребята.